ныне Альфа, Альфа Зов. Ныне к тебе, невеста моя, кроме рахода, что на Эйсам, я вырубил тебя на место сие, Клементо Пайса. Дух Святой весьма велико трудился, Питер Подештанамель, и я влёк тебя узами любви, кроме рахода, что... И вот и дорог для меня, Кламадо Подештанамель, сын мой, дочь моя, кроме рахода, что на мель, посмотри вокруг себя, сколько милостей моих, Клементо Подешт, и я подал для тебя, какая сила, какое влечение, какое обеспечение, Урмена Падаштанамен, в чем имеешь нужду, что потребно для тебя, я все подаю, когда взываешь, когда стучишь, и я разве не отвечаю, и ныне я трубил, и ныне я приготовил питание для тебя, народ мой, камин, чтобы ты окунулся в благодать, чтобы ты принял в сердце пищу неба, Урмен Падаштанамен, питание, питание мое, амин. Но готовы ли сердце твое, народ мой, кроме Пайзаме, обойди ныне внимательно, не один раз, а трижды сердце свое, и все положи у ног моих, приди такого, как есть, такого, как есть, и я приму тебя, ибо весьма велико люблю, и стучу, и объятия открыты мои, и я Господь. Я Бог, я Творец, амин. И ныне говорю, время идет к концу. Но готово ли сердце твое быть наполнено любовью? Ибо только любовь войдет в небеса, а ныне мира нет. Нет единства, нет сочувствия, нет сострадания. А сколько нечистоты, а сколько вражды, а сколько слабы. О, осмотрись ныне, ибо время благоприятное я дал для тебя. И хочу, чтобы не погибла ни одна душа. Воспрянь ныне, воспрянь и упади в объятия мои. Я открыл их для тебя, потому что вижу раны сердец, вижу истомленные, вижу изнемогшие, а ноши как тяжелы, они под силу для тебя. Приди ко мне, приди ко мне, я зову тебя, и я дам утешение, я дам благословение, и в радости пойдет с места сего, прославляя имя мое и благовествуя другим, ибо время, время торопит тебя.